опять же, немножко оптимизма внести в этом. Это как из цикла «На днях политик». Один известный в Фейсбуке написал: «Наконец-то, возможно, мы подпишем безвизовый въезд». Я думал, как прокомментировать, но постарался культурно. Я написал, что не представляю, с каким счастьем я сейчас позвоню своему папе, у которого 900 гривен пенсия, и скажу: наконец-то границы откроются. Папа, у тебя будет безвизовая возможность ездить по миру. И поэтому, ну, слава богу, он меня не забанил в Фейсбуке, известный человек и так далее. Поэтому...